Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. Сегодня 28 февраля, и я нахожусь в гостином дворе в Москве, где проходит форум, выставка «Мы вместе. Спорт». Почему я здесь оказался? Потому что здесь много будут проводить различных сессий, докладов на тему спорта, физической культуры, физического воспитания, вообще развития спорта в Российской Федерации. Ну и также здесь большой стенд Федерации дзюдо России. Будет подписано соглашение какие-то между Федерацией дзюдо России и другими спортивно-физкультурными обществами. Ну, мы посмотрим, как здесь все происходит. Попробуем, может быть, сделаем какие-то интервью с представителями Федерации дзюдо России. Ну, давайте пройдемся сначала и посмотрим, что же здесь вообще есть, какие спортивные организации и спортивные предприятия представляют свои услуги или товары. Мероприятие пройдет совместно с Минобрнауки.
Участники в 11:00 в зале номер 3 стартует воркшоп «Как упаковать и продвинуть стартап в спортивной сфере». Мероприятие пройдет совместно с Миноборнауки. По выставке форум спортивный, который проходит в гостином дворе, и посмотрел, что проходит на стенде Федерации дзюдо России. И как вы видите, за моей спиной надпись Федерации дзюдо России и титульный спонсор компания FONBET. Это букмекерская компания, которая занимается ставками на различные виды спорта. Я могу выдвинуть предположение, что в ближайшее уже будущем можно будет зарабатывать деньги, делая ставки на дзюдоистов, спортсменов, которые будут бороться, возможно, уже созданные, а может уже вот планируют созданные профессиональные лиги дзюдо. Может быть, она будет как-то по-другому называться в Российской Федерации. И, в общем, как и в других видах спорта, можно будет делать ставки на того или иного спортсмена и, как говорится, не выходя из дома, делать деньги. Вот, так что время делать деньги. И на дзюдо. Вот такая история. Да, еще хочу сказать, что сегодня на стенде я увидел только Анатолия Ларюкова. Подошел, спросил у симпатичных девушек, что планируется сегодня на стенде Федерации дзюдо России. Мне сказали, что основное все будет проходить 1 марта. Те, кто придет 1 марта, могут увидеть, может, более подробно, что будет происходить на стенде Федерации дзюдо России. Я завершаю свой репортаж из гостиного двора в Москве, с форума спортивной выставки «Мы вместе спорт». Что касается единоборств, боевых искусств, то я видел только стенд Федерации дзюдо России, к которому я подошел, немножко тоже снял. И, к сожалению, я не увидел, ну, во-первых, стенда Федерации самбо России. Не знаю, по какой причине, но его не было. Я не увидел стенда других видов борьбы, таких как греко-римская, вольная. Также не увидел стенда бокса. По какой причине они не были представлены, я не могу знать. Скорее всего, причины есть. Может быть, просто не было желания. Ну, как говорится, у всех своя мотивация. Вот, к сожалению, как я уже сказал, мне не удалось сегодня ни с кем пообщаться на стенде Федерации дзюдо России, потому что основные мероприятия будут только завтра, 1 марта. Так что, если у вас будет возможность, приходите 1 марта в гостиный двор в Москве. Вход свободный для гостей. Без проблем можете увидеть, что здесь происходит. С вами был Роман Карасев, и вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо».